Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Светлана Колпакова тайно вышла замуж, 15 лет скрывает своего супруга, и только недавно она стала мамой. Светлана Колпакова стала популярной благодаря ролям многосерийных проектов. Кроме того, актриса регулярно принимает участие в театральных постановках. Она проявила себя в огромном количестве постановок и в популярных сериалах, за что ее очень сильно полюбили поклонники. Обаятельная Светлана считает себя больше театральной актрисой, но завоевать любовь телезрителей ей удалось благодаря кино, а именно картине «Мамочки». Светлана родилась в Москве в 1985 году. Еще маленькой девочкой она начала демонстрировать родственникам свои таланты. Именно поэтому родители отдали ее в театральный кружок, а также на занятия по вокалу. Неудивительно, что такая увлеченность творчеством начала перерастать активным образом в осознанный взрослый выбор. Чуть позже Светлана начала ходить на танцы, и ей безумно хотелось учиться за границей, но родители не могли этого допустить. Мама предложила дочке отправиться в театральный вуз. Несмотря на то, что Светлана не была уверенной в своих силах, она прекрасно справилась со всеми тестами и экзаменами. Уже в 2001 году она поступила в училище имени Щукина. В 2005 году диплом уже был на руках. Когда Светлана была еще студенткой, она начала играть в постановках. Ей безумно нравилась ее работа, так как она понимала, что справляется с ней на все 100%. С 2005 года Светлана числилась в труппе художественного театра имени Чехова. Дебют произошел со спектаклем под названием «Река с быстрым течением». После этого она участвовала в более 10 спектаклях, причем все ее роли были яркими и запоминающимися. Далее состоялся дебют в кино. Она дебютировала в 2005 году в картине «Ленинградец». Затем ее фильмография пополнилась и другими интересными проектами. Не будем их всех перечислять, их очень много. Стоит отметить, что отношения с мужчинами всегда находились в тайне, так как Светлана уверена в том, что общественность должна знать исключительно о ее профессиональных достижениях. Есть информация о том, что Светлана замужем. И в 2019 году она впервые стала мамой. Лишь недавно стало известно, что яркая, талантливая и разносторонняя актриса уже более 15 лет счастлива в браке. Прессе удалось узнать, что ее мужа зовут Андрей, и он тоже творческая личность. Но она его тщательно скрывает, поэтому фамилии неизвестно и фото его в соцсетях нигде нет. Она много раз упоминала о том, что пандемия стала для нее прекрасной возможностью, чтобы побыть подольше вместе с ребенком и супругом. Девушка зарегистрирована в Инстаграме, где можно увидеть много фотографий с работы. Интересно, что в отличие от мужа, Светлана не скрывает своего сына от публики. Она часто публикует общие фото с ним. Еще хочется отметить то, что у Светланы долгое время не получалось с детками. И вот, наконец, после 10 лет брака у нее получилось, и родился на свет замечательный сынишка. В 2021 году она снялась в 5-м сезоне проекта «Ивановы Ивановы». В этот же год принес ей предложение таких проектов, как «Шифр» и «Война семей». Новым проектом является сериал «Ключ от всех дверей». Хочется пожелать этой замечательной и талантливой актрисе всего самого доброго, всего самого наилучшего, побольше новых главных ролей и новых проектов. И пусть у нее в личной жизни будет все замечательно. Дорогие мои, всех благодарю за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока!